Привет, друзья! Привет всем подписчикам нашей группы «Спорт Донбассе». Друзья, я считаю, что те, кто ведут спортивные группы, страницы или спортивные сайты, также должны заниматься спортом. И совместно с клубом «Старт Лайф» мы начинаем заниматься спортом, тренировками. Праздники закончились, Новый год закончился, все наевшие бока на Новый год теперь должны идти в спортивные клубы и начинать тренировки, готовиться к лету. Сегодня тоже прошла тренировка с Богданом со Start Life. Тренировка прошла очень плодотворно. Я думала, сейчас так приду, тут там быстренько туда, на этот тренажер, на этот. Но оказалось не так уж легко. Болят мышцы, болит живот. Вот, все оказалось не так уж просто. Спортом с клубом Start Life и следите за нами, впереди много чего интересного. Пока!